Дорогие друзья, что произошло с известным российским актером театра и кино Юрием Назаровым, пока мало кто знает. Подписывайтесь на наш YouTube канал и смотрите наши выпуски каждое утро. Спасибо вам, друзья, за ваши просмотры. Есть несколько версий. Кто-то говорит, что Юрий Назаров находится в больнице в тяжелом состоянии, и якобы язву у него забрала скорая помощь. Другая версия говорит о том, что сегодня ночью Юрий Назаров вместе со своим зятей попали в аварию. На данный момент проводится разбирательство того, что же на самом деле произошло с Юрием Назаровым. Оставайтесь с нами, мы будем держать вас в курсе событий, друзья, на нашем YouTube-канале. Мы хотим вам напомнить, что только мы сообщаем всю правду из жизни звезд российского шоу-бизнеса. Большому сожалению, вам больше об этом никто, кроме нас, не расскажет. Не смотрите фейковые новости. До скорой встреч. Будьте всегда с нами и не переключайтесь, друзья.